Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героев. Продолжаем задание за зомби, поехали. Так, сегодня мы... Так, ну это понятно. Сегодня мы играем против бабаха. Взрыв бабах, а? Да-да, взрыв бабах. Ну что, поехали. Будем пока за разгрома. Я знаю, что многие подписчики хотят, чтобы я поиграл за других героев. Я уже объяснял, почему я за них не играю. Потому что нету на них хороших карт. Так, ну-ка давай вот этого уберем. Так, у нас нет первого хода. Этого я, наверное, оставлю. Или поменяем. Поменяю все-таки. Ой-ой-ой. А здесь тогда... Да чтоб тебя, ну... Блин, только хуже сделал. Ход зомби. Нету у меня первого хода. К сожалению. Он тоже ничего не стал делать. Но я знаю, что бабах любитель на своих картофельных минах играть. Так что он, наверное, сейчас сюда и поставит как раз ту самую мину. Ну, естественно. Естественно, он применяет свою супермину. Гаденыш, а? Ладно. Жалко, конечно, зомби погиб ни за что. Так, у нас с тобой... Три энергии, выставляем зомби-спортсмена. Ставим его опять сюда же. Так, вытягиваем карту. Опачки. Ну, давай. Кстати, ты заметил, что здесь у нас нет вообще ни возвышенности, ни воды? Это наводит на мысль определенную. Ну, смотри, что делать, а? Ладно, уничтожит мне, конечно, этого зомби-спортсмена. Но зато он потратил мину, а мы ему еще и в лицо дали одну единичку урона. Так, здесь поставим, наверное, вот так. Даже если он влепит сюда мину, она не поможет. Опачки, а он хитро сделал. Ты жук. Стоит ли нам... Слушай, наверное, не будем мы пока тратить. Давай еще урон. Так, он сравнял, да? Здоровье. Так, 24 становится. Мы с тобой можем сделать, в принципе... Ну вот так вот. Я знаю, что этот зомби наш погибнет. Опачки, наносит 5 единиц урона. Ну, мы сделаем здесь 1-1. Ну, конечно же, зомби наш погибнет. Но зато этого винограда здесь не будет. Хотя, подожди-ка секундочку. Мы сделаем с тобой вот так вот. Замечательно. Так, ну что, наносим еще 2 единицы урона. Ах ты. Ах ты, наносит... 3 единицы урона зомби. Слушай, у меня только лишь... Ага. Значит, еще пока живем, друзья мои. А то у меня только один зомби остался, и то это лекарь. Уничтожает надгробие. Да ты, блин, картошка, ты оборзела всех. Ты посмотри, что творит, а. Блин, тратить. У нас возвышенности нету, поэтому есть смысл потратить. Поехали далее. Мне нужны зомби, ё-моё, зомби мне нужны. Да что же вы мне даете одни заклинания? Блин, мне неохота его тратить, но, видимо, придется. Давай сделаем так. Кого он там поставит? Виноград! Мы можем уничтожить... Нет, друзья мои, мы его не уничтожим. Ёлки ты палки, хорошо. Нашего зомби, конечно, уничтожат. Слушай, у него преимущество теперь... Оу, дождаться бы только. Когда его можно будет использовать, и все. Пускай выставляет сюда свои растения. Так, два в лицо. Так, еще и этот здесь охламон. Что бы нам с тобой сделать? Ну, я думаю, что нужно уничтожить виноград все-таки в первую очередь. Так, хиляемся. Да. Блин, как бы нам сделать? Давай, наверное, вот так вот. Так, ну что, три в лицо в любом случае получим. У меня всего одна карта, у него три. Естественно, преимущество у него. Причем дикое. Так, давай вот сюда поставим. Кого он сейчас будет выставлять? Да ты припарил со своими виноградинами, эй! Что нам сделать? Так, мы получим 4 в лицо. Ладно, давай. 7. Хотя нет, ребята, у нас еще сработает блок. Ага.
Так, безумие. Ну что, будем уничтожать тогда всех, наверное, да? Другого варианта я пока не вижу. У него 100% есть какая-нибудь карта, которая будет уничтожать. Ай-яй-яй, 6 в лицо получил все-таки, я забыл совсем. Ну что ты там, мину? Нет. Так, будет сейчас разыгрывать. Опачки. Друзья мои, я так и понял. Я так и понял. То есть мы с вами здесь проиграли, да? 4 в лицо. У нас сработает с тобой защита или нет? Как ты думаешь? Я почему-то в этом не уверен, что у нас с тобой защита сработает. Хотя все получилось. Хотя у нас все получилось. Ну что, давай уберем эту клубнику отсюда. Играю на грани фола, если честно. Медик, слава богу тебе, что ты у меня тут есть. Так, наверное, мы с тобой сделаем, знаешь как, хильнемся, да? И уничтожим. Или не трогать. Нет, надо уничтожать в любом случае, потому что он может прапает. И фиг знает, что там будет. У него две карты, посмотрим, что он... О, да он ничего не смог сделать. Тогда ставлю сюда уже безумие, просто так. И должны его расписать сейчас. Или же у тебя сработает блок? Нет, ничего у него не сработало. И мы, друзья, побеждаем. Так, бабах, короче, проиграл первый бой. Мы свой получаем награды. И двигаемся на следующую миссию. Кто здесь будет, пока не знаю. Давай посмотрим. Орех в доспехах. Ну как же без него-то? Без него никуда, просто-напросто. Ну вот карта, конечно, прикольная, да? Так, медик, наверное, мне понадобится. Так, секундочку. Блин. Есть первый ход. Вот этот нам флакончик, наверное, пригодится. Этот зомби тоже. Давай вот так, наверное, сделаем. Во! Вот то, что нужно. Есть и первый ход, и второй, и так далее, и третий. Так, ну что он там будет делать? Ничегошеньки. Тогда мы пропускаем ход. Ага, воу, еще и привидение. Давай-ка вызовем с тобой зомби в броне. И смотрим, что он ничего опять не делает. Так. Очень-очень интересно, почему он так делает. Вызываем тогда с тобой спортсмена. Плюс вытягиваем карту, конечно же. Так, зомби-спортсмен, да? Американский футболист. Так. Что он там? И еще ставит неуязвимость. Ладно, фиг с тобой. Два в лицо мы получим. Этого надо будет уничтожить однозначно. И сделаем это с помощью призрака. Вот таким вот образом. Так, ну что, глядим, что он сейчас будет выставлять. Блин, бедный зомби. Все-таки его уничтожил. Но мы тогда его раздавим. Прекрасно. Так, и 4, как говорится, в лицо ему. Так, и вот так. Слушай, если я выставлю вот этого, будет он его контрить или нет? По идее, должен. Смотри-ка, что он делает. Ах ты, жук несчастный. Вот эту вот штуку мы уберем отсюда. Она здесь не к месту, согласись. И сейчас мои карты будут улучшаться. Упс, подожди-ка. Стена ореха, а? Вот жулик. Блин, уничтожает спортсмена мне. Так, отлично. Ну что, можем с тобой, в принципе, взять и поставить вот сюда спортсмена. Ну-ка. Просто интересно, будет ли он что-нибудь предпринимать против него или нет. Уничтожает все растения 4 выше, то есть он его просто бахает. Ладно, фиг с тобой, а я тогда сделаю вот так. Все, да выпендривался. На тебе, получи еще. О, это шикарно. Друзья мои, это шикарно. Выставим с тобой вот так вот. Пропустим ход. Кого он сейчас будет выставлять здесь? Мне интересно знать, что ты там балуешься со своим шлемом.
Одевает, снимает, одевает, снимает. Что ты там облизываешься? Да? Ты думаешь, все так легко и просто? Ой, парень, как ты глубоко заблуждаешься. Ну, во-первых, мы с тобой... Погоди секунду. Ладно, сделаем вот так вот. Призрака, конечно, у нас уничтожен. И этот тоже у нас получит атаку 4-4. Пока это все терпимо. Ядрить на корень. Как у меня тут все идет по прокачке великолепно. Ну-ка. Смотрим. У меня есть, ребята, уничтожение растения. Да? Так что я пока не переживаю. Даже если он кого-то здесь супер мощного поставит, сразу его уберем. Крокодильчик, да? Иди сюда. Так, вот это плохо. Вот это плохо. Нам нужно будет вот этого чудика, наверное, ушатать. Давай сделаем вот так вот. Упс! Твою же налево, ребята. Немножко я тут ступил, если честно. Удачи, Рэй, затащи, и круто, что я в твой ролик попал. Откуда ты знаешь, что ты попал в мой ролик? Эх, даже не знаю, что делать. Давай вот так сюда поставлю его. У него всего 6 единиц здоровья. 6. У меня есть, конечно... Так, он восстанавливает себе здоровье. Пошло, как говорится, поехало, а? Так, начинается, да? То есть он сейчас с этой строки уничтожит мне вот этого зомбика моего. Но мы нанесем все-таки 3 урона. Так. Восстанавливает всем и себе, соответственно, да? Угу. Плохо. Это, друзья мои, очень плохо. Ну что, выставляем тогда с тобой? Ну а что нам еще остается делать? Если мы сейчас, если он не уничтожит мне этого зомби-робота, мы его ушатаем. Но мне кажется, он сейчас что-нибудь придумает. Если есть карта по уничтожению, тогда да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Он пошел на хитрый план. Вот надо было его сейчас использовать. Блин, ну кто же знал, что вот так вот все получится, а, ребят? Я серьезно говорю, я не знал этого. Фига вы тут. Он все хп себе восстановил, считай. Да. Это жестко. Так, что у нас там? Хил, ну давай, используем хил. Я офигею просто с этого дурдома. Что он творит, а? У меня карт больше нету. Привидение. Куда мы можем с тобой использовать привидение? Блин, вот ерунда, а. Если я сюда потрачу и поставим вот сюда. Блин, у него колода вообще, у него рука полностью забита почти, ребят, под завязку. Естественно, он со своей легендарной картой все мне тут перепортил. Еще и вытягивает карту себе. Да. Фигня получается. Огромная. Он, оу, еще и давит всех. Какой там давит всех? Он меня уничтожил. Ты понял? Вот такой вот он мерзкий орех. А так все шло великолепно. Так, разгром. Ты уж извини, я попробую сейчас сыграть, наверное, за супермозга. Блин, вот все было идеально. Все замечательно шло. И на тебе под конец вот так вот обделаться. Обидно, конечно, слов нету. Так, да иди ты отсюда, морж, ты мне не нужен. Этот, в принципе... О, эти карты, ребят, вообще нам не нужны, потому что здесь нет возвышенности, и от них толку здесь мало. Вот она, проблемка-то в чем. Так, ну что же нам с тобой делать? Выставим, наверное, первого вот этого зомби, да? Выставляем его сюда. Так, дальше нам... Что там? Неуязвимость? Ну ладно, хорошо, пускай потратит.
Пускай потратит. Так, мы с вами все равно в любом случае получим 2-4 здесь, да? И следующим я вызову вот этого зомби. Посмотрим, что он будет делать. Опять же ничего, опять пропускает ход. Так, 2-4 становится. Угу. Так, дальше. В принципе, можно потратить вот этого зомби. Так, сейчас что-нибудь влепит. Ай-яй-яй, сразу уничтожает. Сразу уничтожил. Ладно, 2 в лицо, 4 мы ему даем. Ага. Слушай-ка, мы можем с тобой, в принципе, сделать следующее. Вот так вот. Ну что, голубчик, давай закапывай их всех и обмен делаем. Мы с вами не знаем, кто здесь. Мне кажется, что он прекрасно знает, кто где находится. Сейчас посмотрим, кого он поставит и куда. 100% здесь самый слабый, да, у нас? Смотри. Так, ага, нормуль. Так, тут тупо обмен. Так, Рэй, пожалуйста, ответь. Можно после этой миссии дуэль плиз и продолжить? Хочу, не успел я прочитать. Хочу, короче, наверное, сыграть. Так. Угу. Так, что мы дальше с тобой можем предпринять? Если я поставлю Гаргантюа, будет он его уничтожать? Слушай, у него же есть зубостезила. Так ведь? Так. Блин, куда бы я ни поставил Гаргантюа, он в зоне риска. Вот, смотри, что он творит, а? Вот именно этого я и боялся. Перемещайся сюда. Давай, давай, давай. Оп. Сюда переместим. И плюс ко всему мы поставим с тобой вот так вот, чтобы уничтожить. Поехали, друзья мои. Так, нет, 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 нет. Плюс 4. А, ну это бесполезно. А, он его убирает. Смотри, что творит, а. Сейчас уничтожит мне вот этих двоих. Вот гаденыш, а. Вот это он, да. Вот это он, конечно, сделал мне тут. Так, если я поставлю сундук, а на сундук поставлю амфибию, какую легу мы получим? Ага. 1 единицу урона всем. Не хотелось бы. Давай сюда вот поставим. Поехали. Блин, опять повтор этот. Оу, у него еще одна. Да ладно, блин. Так, что мы с тобой можем сделать? Перемещать зомби плюс 1. Мне даже переместить некуда их, понимаешь? Ну фиг ли вот так вот не играть, а, друзья мои? Ну фиг ли, согласись. 3 хп всего остается, мне даже никак не добить этого хламона. У меня нету, как бы тебе сказать. Давай вот так вот, может быть, поставим. Посмотрим, что за карта нам достанется здесь. Ой, это кто такой? Размещает случайного гаргантюа? Угу. Ну-ка, это уже интересно, ребят. То есть есть шанс их двоих уничтожить. Но не забывай, что у него есть легендарная карта. Уничтожает зомби на земле. То есть сейчас Гаргантюа у нас куда-то прыгнет. И 100% либо сюда, либо сюда. Смотри, что творит. Так, а Гаргантюа у нас не выпал. Ну и как вот с ним бороться, ты извини меня. Все, нам сейчас крышка будет. Так, уничтожаем с тобой вот этого. Все, ребят, он сдулся. Фух. Это повезло, что мне выпала вот эта вот классовая способность, да, уничтожить любое растение с атакой выше 5. Это прекрасно. Фу, справились мы с орехом. Ну что же, дальше у нас опять идет с вами бабах. Мы меняем с вами персонажа на разгрома. Выбираем, поехали. Потому что разгром, ну, имеет отхил, как я уже говорил. Ну и сам знаешь, какие у него неплохие довольно-таки карты. Так, он начинает с 2 минами.
Так, нам здесь понадобится призрак. Возьмем с собой вот этого. Но, в принципе, неплохо. Ход зомби. Бабах начинает игру с двумя картофельными минами. Как-то слишком много их развелось. Вот здесь я с тобой, зомбос, полностью согласен. Главное, что он атаковать не может. Хоть в этом есть плюс. Ну что, так. Давай теперь зачисткой займемся, да? Сделаем с тобой вот так. Просто в холостую, да? Его минка здесь пролежала. Опачки. Да-да-да-да-да. Перенеслась, да, говнюха мелкая. То есть 4 в лицо получим. Фиговенько. Что мы можем с тобой замутить? Поймать ее бесполезно, да? Она будет юлить. Так, я, наверное, пропущу ход. Кого он выставлять будет сейчас, а? У меня вот заклинание есть, я хочу его использовать. Мину влепил. Все хочет засадить своими минами здесь, да, судя по всему. Плюс 4. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот это вот плохо. Я немножко не на это рассчитывал, если честно. Но в любом случае, минус 2, минус 2. То есть всего лишь 2 урона вместо, извини меня, 4. Призрака потеряли. Как мне этого шитика поймать? Я его не смогу, ребята, выловить. То есть я буду ставить напротив него, да, а он будет все время куда-то улетать. Ну-ка, давай вот так вот попробуем сделать. Что за карту нам дадут? Ладно. Да чтоб тебя, ты со своим виноградом, блин. Ну, тут обмен. Тупо обмен идет. Еще 2 в лицо. Так, что нам тут достается? Отхил пока тратить не стоит. Нам пригодится в дальнейшем. А вот здесь мы с тобой сделаем следующий вариантик. Я поставлю вот так вот. И, блин, вот так вот. Этот уйдет, конечно же, из-под удара. Так, что он своими картошками тут залепил все? А, вот зачем. Вот зачем он залепил тут картошками, чтобы подбить. Бедный зомби, прощай. Так, и у нас появляется зомби 5-5. Так, что нам с тобой здесь... О, о, что у нас есть. А стоит ли нам сейчас пока ставить? Я думаю, что нет. Давай мы, наверное, с тобой захиляемся. Так, и все пока, да? У нас есть с тобой усиленная атака. Что? Блин. Ты понял, да, что он сделал? Нанес, как говорится, всем урон. Так, зомбик. Ну, давай я тебе сюда поставлю. А этого мы поставим вот сюда. Пускай выбирает. Да чтоб тебе, а? Со своим виноградом он серьезно достал уже. Просто достал. Так, этого уничтожаем. Бамс. Да уж. Вот тебе и бамс. Так, если мы сделаем с тобой вот так. Надеюсь, у тебя нет уничтожить надгробие, как ты любишь это применять. Хоть бы не было, а. Блин, клубника. Сейчас будут разыгрывать, да? По ролям все. Так, неуязвимость. Короче, что мы сделаем с тобой? Можем усилить. А стоит ли нам это делать? Наверное, нет. Единственное, что нам нужно будет потом отхилиться. Бамс. Так. 2 в лицо, 10. И остается еще 4 хп останется у нас с тобой. 2 даже. Воу-воу-воу. Ты видел, что он там творит? Давай вот так сюда, безумие. Нам нужно хиляться срочно. Просто срочновски, блин. Так, ладно, мы с тобой сделаем следующим образом. Так.
будет уничтожать, наверное, да? Хилку нам нужно ставить. Одну единицу хп в любом случае. Так, поэтому нам надо сделать с тобой, наверное, вот так. И вот так. Захиляться надо, главное. Захиляться. А он может этого зомби уничтожить, кстати. Воу! Ха! Я не ожидал. Я не ожидал, что он будет бить в лицо. Ты прикинь, а? Вот это да, вот это жулик. Разгром, что-то сегодня у тебя как-то вот не выходит игра. Ты обычно у меня как бы лидер-фаворит, но тут как-то вот не идет она, хоть ты тут тресни. Давай возьмем с тобой опять супермозга, попробуем отыграть им. Вот эти, конечно, карты зря у меня в руке находятся, потому что от них нет никакого толка. Да ядрить тебя на корень. Ну что же это такое мне выпало здесь, а? Да я знаю условия, не можешь мне не повторять. Интересно, он будет уничтожать мне сундук? Как ты думаешь? Мину влепит, да? Ага, вот так вот. Жаль, конечно, что сундук потеряли. Ну, ничего не поделаешь. Ну что, давай тогда сделаем с тобой добор карты за счет менеджера. Надо не забывать, что у него этот виноград есть. Угу. Так, уничтожаем одну мину. Еще одна здесь стоит. Я знаю, что он за нее будет прятаться, как всегда. Мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Ну. Ничегошеньки не стал делать. Так, мы становимся 2-1. А, 2-2 даже. Отлично. Так, тут уже интересненько у нас получается. Давай сделаем вот так вот. Ничего не выставляет. В чем проблема? Клубника, блин, клубника, а. Не очень хорошо, конечно, что ты тут появилась. Можем отпружинить. Но я, наверное, думаю, что сделать надо. Подожди-ка. Ах ты, ё-моё. Давай вот так сделаем с тобой. Уничтожит, да, сейчас мне это растение, скорее всего. А, это не растение, зомби. Конечно же, зомби, друзья мои. Сейчас он будет что-то делать. Этот атакует при каких условиях? Ага. Понял. Еще происходит. Разыгрывает. Так, ну что? Ай, я даже мину не смогу убрать отсюда. Ёпарасоте. Вот ты достал, а. Вот ты достал тут в корень. 6, да? 6 энергии у нас с тобой. Если я поставлю вот так и вот так. Давай посмотрим, получится у нас с тобой здесь, нет. Наносит 5 единиц урона. Потратил, да? Ладно, мы уничтожим с тобой клубнику. Да что ты будешь делать-то, а? Нет, нам это не нужно пока. 14 хп всего лишь остается у нас. Давай сделаем вот так вот. Поехали. Так, если он убьет мне этого зомби, все равно вместо него появится еще один. Рандомный, как я уже говорил. А вот этого уничтожим сразу же. Конечно же, друзья мои. Тут даже говорить не о чем. Единственное, что у нас проблема со здоровьем. Причем проблема огромная просто. Просто огромные проблемы со здоровьем. Но что ты там предпримешь? Объясни ко мне, пожалуйста. Давай смотреть, кого он поставит. Задумался. Орех. У него еще и орехи, оказывается, есть. Так, этот охламон. И еще один орех. Слушай, а немного ли у тебя орехов, парень? Так, ну что мы с тобой можем сделать? Бонусную атаку, это понятное дело, да? Стоит, наверное, сделать нам. Погнали.
Так, плюс один к атаке. Блин. Ладно. Прикрылся, да, своими орехами. Неплохой зомби. Давай вот сюда его поставим. Так, ну что, он за орехами кого-то будет ставить, мне кажется. Если что, мы сделаем с вами вот эту вот карту, рикошет. Упс. 4 хп оставляет мне, да? 4 хп. Так, бонусную атаку, да, мы можем с тобой сделать. Ну, давай тебя сюда переместим. Уничтожим этот одуванчик. Но у нас всего лишь 4 хп. Не забывай, что у него есть растение, которое дрынкает на трубе и наносит 2 единицы в лицо. Я, кажется, думаю, что он их где-то сохранил у себя там. Ну что, давай я так попробуем сделать. Всех поменяем местами. Пускай, как говорится, думает, где кто стоит. Сейчас он две эти... Ну, я так и понял, друзья мои. Все, тут фейл. 2 единицы... Ой, 1 единица хп и нам крышка, да? Чудом просто повезло. Так, что мы с тобой можем сделать? Нам нужно нанести 15 единиц урона. Мне кажется, это, ну, нереально. У него добивка 100% есть. Я просто это чувствую, что добивочка у него есть. Но если мы с тобой даже отрикошетим, сколько мы нанесем? Не хватит. У него сработает защита быстрее. Так, и что же ты? 2 хп. Ребята, сейчас у него это ягодка. Хотя, блин, ягодка. 100% у него это ягода будет. Я не успею ничего сделать. Еще специально думает, сидит, да, типа, соображает, что сделать. Опачки. Офигеть. Так, кто здесь у нас появляется? Оу, легендарная карта. Так, и перемещает плюс 4. Куда он его поставит? Сюда. Ну все, парень, тебе крышка. Получи и распишись. Слушай, нам повезло, что у него не было этой... Я не знаю, как этот фрукт называется, который на саксофоне играет и выстреливает. Как он меня в той битве победил. Я думал, сейчас как-нибудь с собой разберемся, а ничего не получилось. Ну что, у нас с вами кто здесь? Хотелось бы посмотреть. О, травяной кулак. Опять вышла травяшка против нас. Так, ну что, в принципе, рука неплохая, я тебе могу сказать сразу же. Единственное, что если он будет бить своей суператакой по нам... Куда ты сюда ставишь своего прыща этого, а? Будет, если бомбить суператакой, нам будет с тобой очень плохо. Очень будет плохо. Так, давай сюда поставим пирата. Ну? Ну, конечно же, конечно же. Ну как по-другому может быть, друзья мои? Ну, абсолютно никак. Блин. Откуда у тебя-то, гад, мины взялись? Откуда? Слава богу, он наносит мне очень много урона. Хоть в чем-то есть плюс. Так, давай я сделаю вот таким вот образом. Пускай выставляет свои, так скажем, мины. Мины пускай тратит. Он капусту. Так, и неуязвимый становится. Зашибись. Все впустую у нас. У него карта, кстати, не очень много, друзья мои. Что делать-то будем с тобой, а? 2 и 2, да? Значит, мы сделаем с тобой, наверное, вот так. И вот так. Крокодильчик, блин, у него еще, а? Ну ты посмотри. Это плохо. То, что у него есть крокодильчик, это не есть хорошо. Так, ну что мы с тобой можем сделать? Можем заморозить, да? Можем... Я, пожалуй, здесь ничего не буду выставлять. Все на этом у тебя, да?
Отлично, значит так, делаем с тобой. Замораживаем здесь крокодильчика. Ага, танцор нам выпал. Дальше мы можем сделать бонусную атаку. Вот таким вот образом. И крокодильчика у нас не получится, да, уничтожить? Или получится? Или получится? Так, я его сюда, например, поставлю, да? Мы сделаем с тобой атаку. У него останется одно хп. Хотя нифига у него не останется, ребят, мы его забомбим. Это крокодила, получим 3 в лицо, конечно же. А почему? Блин, он после смерти все равно срабатывает. Блин. Так, ну эту карту нам тратить пока не на что и не на кого. Ниндзя. Ну я могу сделать вот так. Сюда поставить танцора. Сюда поставить вот этого. Ну и, например, вот сюда ниндзю. Ох-хо-хо-хо-хо, сложно-то как. Орех влепил. Посмотрите, что он делает. Так, ну что у нас получается? Одно в лицо мы получим, да, с тобой? Один урон в лицо. Блин, у меня нету хилов здесь, понимаешь? Без хилов плохо. Если я поставлю вертолетик сюда. О, тё-тё-тё-тё, парень, мы тебя уничтожим. Вот таким вот образом. Да, это очень классно. Так, сколько ты получаешь? Плюс один к атаке. Это то, что нужно нам для того, чтобы побить вот эту вот капусту. Поехали. Так. Чего? Блин. Вот упырь, а. Вот он упырь, а. Все-таки сделал свою гадость. 3 хп всего лишь у нас. 3. Усы. Зачем мне усы? Ну поставим мы с тобой эти усы вот сюда. 3 бонусных атаки. Так. Вытягиваем карты. Еще 2. У нас останется 1 единица здоровья. Офигеть. А нам здесь и сделать-то нечего. Ну потрачу вот эту вот дополнительную энергию получу и все. Хотя, подожди, мы можем с тобой сделать вот так. Так, по-моему, все, друзья мои. Песенка-то его спета. Нет, только не это. Вытягивай 2 карты. Как же так-то, друзья мои? Ну как так-то? Ну как у него этот вонючий щит сработал, а? Ёлки ты палки, а? Я думал, что мы его сейчас разберем, потому что у него было, ты видел, да, 12 хп. 6 я сделал бонусной атакой, и 6 оставалось просто бомбануть. И у него срабатывает щит. Да? У него срабатывает щит, и все, и вся моя тактика просто в одну секунду рухнула. Ну, вот этот вот удар, который он сделал, да, наносит 2 единицы всем растениям на земле, это, конечно, очень люто и жестко. Тут не поспоришь. Оставляем вот такую вот руку себе. Разгромчик, я надеюсь, у нас с тобой все получится. Так, он вытягивает 2 карты. Делает свой добор. Мы поставим вот так вот с тобой. Ох-хо-хо-хо-хошечки. Так, ну что, я, наверное, сделаю вот так для начала. Так, ну что он там будет выставлять? Капусту, давай-ка иди сюда. Капуста остается без атаки, по-моему, ага. Капусточка будет без атаки. Плюс мы ее еще и уничтожим, ко всему прочему. Так. Слушай, ну не стоит забывать, что у него есть бонусная карта по 3 атаки, которые наносит. Это очень люто. Кто нам тут выпадает? О, еще один спортсмен. То есть еще одну карту мы с тобой сможем взять. Так, кактус, иди сюда. Опять же он без атаки. Это большой плюс для нас. Так, смотрим. Мы можем, в принципе, его уничтожить. А можем сделать с тобой вот так. Что-то сейчас сделает плохое. Наверное, виноградину, нет? Нет, ребята. У него же есть на все, понимаешь? Ответ. У него есть на все ответ.
Ну-ка, сделаем с тобой вот так. Какую карту нам вытянут? Так, бешеный зомби. Пускай, ребята, будет бешеный зомби. И сюда вот так еще поставим. Всю дорожку здесь закрепали. У него есть супер удар, не забывай. 2 единицы урона всем нанести на земле. И он может это применить. И все мои тогда здесь просто погибнут. Кроме, может быть, вот этого зомби. Да, ему убежать некуда. Так, кого он сюда хочет притянуть? Ага. Так, ну мы можем с тобой вот этого, например, уничтожить. Этого крокодильчика. Да и бог с ним. Так, и можем... А смысл нам? Смысла нету никакого. Давай бомбить. Так. Бедный призрак уничтожен. Так, Нарсений наносит бонусную атаку. Зашибись. Зашибись. Так, ну если я поставлю сюда фараона, что ты будешь делать, а? Гаденыш. Плюс 3, плюс 3. Еще плюс 3, плюс 3. Эй! То есть он меня уничтожает, да, получается, фараончик-то моего. Зашибись. Вот гад, а. Ну какой же ты гаденыш, а? Так, Йети, дай что-нибудь хорошее, пожалуйста, я тебя умоляю, дай хорошее что-нибудь. Ой-ой-ой, это что у нас такое? Пропускай ход. Сюда сейчас опять мину поставь. Ай-яй-яй, а у меня нечем его уничтожить, друзья мои. Нечем. Ой, как же быть, а? Ну, придется так сделать. Сейчас он уничтожит. Он нанесет урон же, да, мне? Нет, здесь он не стал ничего делать. Так, ну тут вот самое противное-то. Кто у него остался? Видишь, 5 в лицо сейчас. Бамс. Так, мы можем с тобой... Выжить, конечно, не успеем, но вот сюда поставить. Сколько там у тебя? 6 броней. Так, что же нам придумать-то? Ну, давай я вот сюда поставлю. Будем прикрываться до последнего с тобой. Так. А здесь мы сделаем вот эту вот копию. Бурлякает она мне там, смотри-ка. Ну что, у него, наверное, наверняка сейчас он применит свой суперудар. 2 единицы урона всем. Я не верю, чтобы этой карты у него не было в руке. Ну что ты так долго думаешь? Давай, у меня времени... Опачки! Тут уже всем прекрасно стало ясно, да, что это может означать... Так, без атаки мы его ставили и, соответственно, уничтожаем. Блин, у меня проблемы с картами. Слушай, мне нужно, наверное, в колоду взять карт, которые добавляют нам. Так, мы его должны, в принципе, уничтожить сейчас. Давай-давай, зомби, убивай его. Пим-пим, добрынькался, все. Брынчало. Так. Ну давай сюда поставим. У него всего 10 хп. Всего 10. Так, 4 бьем. Да, у него срабатывает броня. Да ты, блин, слушай, ну его уничтожим сейчас. Этого мы сейчас с тобой убьем. Вот так вот. 3, ты представляешь, 3 у него таких вот растений было. Я еще даже не уверен, что у него там больше их нету. Так, что у него там? Так, ну это тебе не поможет, парень. Или поможет? Бамс и бамс. Остается 2 единицы здоровья ему нанести. Блин, что же за бред-то такой? Спортсмен. Так, получает неуязвимость. Блин.
Получится у меня подбить его? Или нет? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 4, да, и... Слушай, ну вот это вот как назвать, а? Неужели мы опять проиграем? Нет, не проиграем. Не в этот раз, друзья мои. Фух, прям отлегло. Готов. Это хорошо, что у нас сработала защита и нам дали бонусную карту. Ну, конечно, от нее здесь не самый главный был, как говорится, выигрыш, а то, что мы с тобой щит сделали. Ну что, ребята, короче, у нас последний босс. Разгрому не везет с бабахом, поэтому мы переключаемся с вами на супермозга. Поехали. Он в прошлый раз с двумя минами начинал, сейчас будет, наверное, с тремя или с четырьмя там. Воу, 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 все поле заставил. Слушай, парень, ну это вообще борзота. Да что мне надавали таких? Зашибись. Зашибись, надавали мне карт. Все поле усеял своими минами. Понимаешь? И руку мне дали вообще противную просто. Просто противную руку дали. Ну я поставлю вот этого. Давай, поехали. Минус одна мина, да? Дальше кого? Усы будем ставить с тобой? Ну да, будем ставить с тобой усы. Другого варианта я не вижу. Поставим их вот сюда. Твою ж налево, а? Смотрю, хорошо, блин, устроился, а? Просто хорошо устроился. Так, амфибия. Ну и куда? Так, она, по-моему, что делает, ребята? Бонусную атаку, да? Да, бонусную атаку. Давай сделаем. Привет. Так, а что нам сделать-то? Перемещает зомби, да, и плюс один. Блин, нету никаких вариантов. Просто никаких вариантов нету. 8-3 стал. Слушай, у нас 8-3, да? 5 энергии. То есть мы можем с тобой, ну... Так, мама в Ютубе, наверное. Мама, я в Ютубе. Мама, я в Ютубе. Наверное. Так, ну что, попробуем сделать вот так вот. Я знаю, ребят, что этого моржа могут убить. Причем в легкую. Опачки. Да, блин, это не пруха. Ну, это какая-то непруха. В общем, здесь нужно брать разгрома с призраками. Вот что я тебе могу сказать. Именно разгром с призраками здесь поможет нам. Так. Перемещает. Так, при перемещении зомби, да, перемещается. При появлении, точнее, зомби. Наносит 2 единицы урона. Кому? Мне в лицо прям? Конечно же. Что он еще может здесь сделать? Так. Орех, по крайней мере, уничтожили мы с тобой. Еще 4 в лицо, еще 3. Красота, хорошо, идем. Ничего не могу сказать. Просто лучше не придумаешь. Давай сделаем так и вот так. Опачки, он еще этого хлыща выставил сюда. И наносит 3 единицы урона в лицо. Блин, даже не побоялся, прикинь. А что ему бояться, а, друзья мои? Что ему бояться? Если у него тут все четенько, так скажем, да? Ну, неплохо. Неплохо. Серфер у нас тут появился. Так, он вообще без карт. То есть, по большому счету, атаковать не может. Это опасно так делать. Давай, наверное, вот сюда так сделаем. И... И что мы можем с тобой еще замутить? Ну, потратим вот этого тогда. Погоди-ка. Ну да. Потратим. Только за карту его потратим, ребят.
все. Давай посмотрим. Да ты запарил, откуда у тебя, блин. Все, крышка. Тут мы проиграли с тобой. Короче, сейчас я возьму колоду разгрома. Но возьмем туда очень-очень много привидений. Я надеюсь, ты понял, про каких привидений я говорю. Так, где наш разгром? Вот он. Изменить колоду. Короче, тут нужны будут шары. Так, призраки есть. Так, убираем с тобой много чего лишнего. Вот это, конечно, неплохо. Нам пригодится, я думаю. Вот этого можно удалять отсюда, потому что воды у нас здесь нет с тобой, так что он здесь как бы бесполезен. Вот этот тоже, хотя ладно, оставим его. Так, смотрим, этот все нормуль, нормуль. Погоди-ка секунду. Шары. Орехи, орехи есть, да, у него? Слушай, орехи у него есть, вот эти вот ягоды, поэтому мы с тобой сейчас еще кое-что поменяем. Уберем вот эту вот эволюцию отсюда и возьмем нашу девчулю, которая любит уничтожать орехи. Так, спортсмена оставим, этого оставим. Медика, три штуки, наверное, одного уберем и поставим опять же. Либо призрака, давай призрака, наверное, возьмем. Все. Погоди-ка, погоди-ка, мы еще не добрали карту. Вот так вот. Поехали, раз он любитель орехов. Мы это все увидели. Будет получать по орехам тогда. Ну, а мины мы будем с вами стараться уничтожить именно привидениями. Так, господи. Что вы мне подсовываете-то в конце-то концов? Ладно. Во, хотя бы один призрак есть у нас. То есть мы сразу же автоматически уничтожаем с тобой две мины. Ну, должны, по крайней мере. Так, пропускаем вход, он тоже пропускает. Мы с тобой сделаем вот так. Поехали. Ага, замечательно. Значит, следующий у нас с вами будет вот так все это выглядеть. Сейчас выставит. Давай, иди сюда, лети, хлопчик. Вот так вот. Так, уничтожаем с тобой вот эту вот мину. Так, еще три осталось. Еще осталось три. О, шикарно. Давай. Ну-ка, посмотрим. Никого не стал выставлять, да? Ладно. Так, минус еще одна мина. Так, дальше у нас сумоист, наверное, пойдет в бой. Пойдет в бой сумоист. Давай сюда его поставим. Так, что у тебя там? Ничегошеньки, да? Ну, тогда вот эту вот мину мы уничтожаем. Так, можем даже поставить с собой безумие. Погнали. Так. И еще, пожалуйста, в лицо ему. Угу. Блин, не хотелось бы, наверное, лучше вот так вот сделаем с тобой. Так, у него 4 карты. Сейчас начнется самое веселое. Ну хорош там думать. Кстати, я посмотрел все видео, которые ты сделал сегодня. Это хорошо, сегодня сделал. Которые видео я сегодня сделал, я еще их не выложил. Они еще рендерятся. Так, ну что, мину мы с тобой уничтожаем. Ну, соответственно, уничтожается у нас наш хлопчик маленький. Угу, как-то так. Ага, ага. Так. И вот сюда поставим. Так, ну давай, орех выставляй какой-нибудь. Пожалуйста, выстави орех. Если не выставит, мы с вами уничтожаем вот эту ягоду. Саксофонист, а? Фигов. Опачки. Так, у нас выбор. Будем уничтожать его. Странно, мину сюда влепил. А, вот для чего. Понял. Так, мы уничтожаем с тобой вот этот орех. А атаку мы понижаем вот этому.
Справедливо, я считаю, да? Жалко тебе, конечно, родной, но такова жизнь. У него 12 здоровья. У нас с тобой нету хороших карт, понимаешь? Во. О, зомби. С бессмертием не забываем. Он у нас бессмертный. Фух. Так, что же он там думает? Какие у него карты, я уже забыл, были. Он все время прикрыл... Ага. Уничтожает этого зомби, да, мне? Понятно, я даже не удивлен. А мы сделаем с тобой вот так вот. Поехали. Так, еще двоечку в лицо сейчас. И у него 10 здоровья. У меня с картами вообще беда. Так, замечательно, что нам выпадает спортсмен. Оу, за ноль. Давай, выставим. Ну-ка, посмотрим. Так, что он будет делать? Мне самому лично очень интересно. Так, если так посмотреть, то у нас получается 5 в лицо, да? 7. Но он уничтожает. Наносит 3 единицы урона. Все карты разбазаривает. Ладно. Это, парень, твой выбор. 8 здоровья остается у него. Так, у него одна карта. У меня тоже одна карта. Привидение. Пока я не буду его тратить. Ага, у него очень много заклинаний. Ты заметил? Ну, давай еще 2 в лицо ему пропишем. 6. Да дайте вы мне путевые карты-то, господи, что вы мне даете, а? Кого он там поставит? Любого поставит, я уничтожу. Виноградина. Так, иди сюда, виноградина. И мы тебя уберем отсюда. Еще 2 в лицо мы ему пропишем. Окей. Да блин, да что ж такое-то? Одни заклинания мне идут. Что за бред? Что, тебе даже сходить нечем, что ли? Ну тогда получи еще 2 урона. Все, друзья мои, по ходу дела ему крышка. Так, вытягиваем с тобой карту. Вау, отличная карта. Сюда ставим. Так, и энергию я все-таки припасу маленько, потому что фиг знает, кто у него там что в руке, чтобы можно было уничтожить. Все. Босс бабах повержен. Что-то ему с рукой не повезло в конце. Он, наверное, рассчитывал на свои мины, да, прикрываться за них. Но, как видел, я с помощью призраков эти мины поуничтожал. И моя, как говорится, стратегия здесь сработала. Ну, а мы с вами переходим в какой-то лес, ловушка ночного колпака. То есть мы будем с вами драться против грибочка. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!